1-1. Фотографии на память. Я вообще что рисую? Привет, друзья, с вами я, Алисия, и мой брат Томми. Привет. Сегодня у нас челлендж «Одни мысли на двоих». Мама нам придумала несколько слов, на которые мы должны будем нарисовать ассоциацию. Делать мы должны будем это очень быстро. Вот и посмотрим, насколько у нас с братом похожие мысли. Итак, поехали! Давай, мама, начинай. Первая ассоциация, которую вы нарисуете, будет на слово «лето». А, все, я понял. Так. А, вот еще. Сейчас. Я готова. Показываем. 3, 4. Покажи. Рассказывайте, что у вас на рисунках. У меня тоже так, тут пляж маленький. Это у тебя пляж? Да. У меня тоже пляж. У меня такой маленький пляж. 1-1, у вас одинаковые мысли. Для вас лето — это пляж. Я сделал слишком маленький остров, потому что я слишком торопился. И одинаковые мысли. Я только солнце забыла. Вот именно, ты забыла солнце, а у него солнце. Да, главное, там где очень жарко, 16 градусов. 16 да. градусов. Вот даже горит холодно. Солнце. И очень холодно, и море. И пальма. И пальма. И так купается. А для Томми самое главное летом — это солнце. Второе слово. Покупка. Покупка. Вот слово. А, да, я понял. Смотри. Я не знаю, что нарисовать. Я, в принципе, все и... Рассказывай, Алисия, что у тебя? Давай я первая. Это радостная Алисия и новые покупки. Алисия, что ты призналась, а? Не знаю, не успела. А что у тебя за покупки? Платье без плечей, это шорты должны быть. А что за маленькие штанишки? Это тоже шорты. А почему там две какие-то лапки от медведя? Это сережки. А у меня магазин. Алисия, мне больше всего непонятно, почему ты без волос. Это не совсем одинаково, потому что Алисия нарисовала покупки. Новые покупки. Которые касаются конкретно только Алисии, а Томми нарисовал вообще магазин. Следующее слово, давай. Следующее слово – еда. Еда. Едушка, еда. Да, я знаю. Готовы? Показываем. Это тыква, это арбуз. А это человек, который все это ест, хочет. А я мороженое нарисовала. Вот, и да, и да. Но это не одинаковое, это не тыква. У вас разные рисунки, и эти мысли у вас не совпадают. Слово «игрушка». Игрушка. Я все. Рассказывай, давай. Показывай. Раз, это змея. Покажи. Змея, лего-человечек и сам лего. А у тебя что, а Алисия? У меня надувной фламинго. Но это надувная игрушка. Но это тоже надувная игрушка для моря. Не совпали у вас игрушки. Откладываем следующую ассоциацию. Почему ты не можешь понять, что я сделаю лего? Следующая тема. Путешествие. Путешествие. Это очень сложно. А, все, я понял. А можно сразу несколько вещей нарисовать? Рисуй, что хочешь. Окей. Только быстро. Я вообще что рисую? Показываем. 3, 4. Раз. Ну, что это за заморожка у тебя какая-то ужасная? Это я радостная и еще новый чемодан. Это я радостная и новый чемодан. А для меня это... Ну, я хотела нарисовать вообще-то раба, дерево и...
как это, граф, трава. Трава. Зубастая и какая-то ужасно грязная, запачкалась. Но самое главное для Алисы — это новый чемодан. Чемодан, еще и новый, который мы ей недавно купили. И фотография. Ах, фотография. На вот память, это. Фотография на память. Фотография на память, это очень и классно. И радуга вот еще. Еще и радуга. Мысли не совпали. Да. Но это очень интересно было. Первое, что приходит в голову при слове аквапарк. Я все. Ну, я как бы тоже все. Показываем. Это горки. У тебя горки, а у тебя? У меня бассейн с трамплина, но это тоже. Ой, смотри, как у тебя классно, человек летит прямо в воду. Он, наверное, тоже с трамплина прыгнул, да? Да. Вот это действительно совпало. А сейчас я вам хочу сказать такое задание. Например, Алисия уже ходит в школу, да. А Томми пойдет только на следующий год. Да. И я вам даю такое слово «школа» для человека, который еще не ходил в школу, и для человека, который уже туда ходит. Все. Я все. Показываем. Вот, шутите. Сейчас мы объясним. А у тебя что, Алиса, интересно? Учеба. Это я, которая читает книжки и делает хаусов, и делает домашние задания. В России нету такого? В России такого нету. На самом деле, в Германии в первый день учебы все дети носят с собой шультюте. Это по-немецки называется шультюте. И это я с мамой сделал. Шультюте называется. Все правильно. Вот именно эту ты штуку и нарисовал. А что в нее кладут для первоклассника? Там конфеты, там еще... Всякие школьные принадлежности маленькие такие. Да. Красивые резиночки, может быть, да? И очень много сладостей кладут, чтобы подсластить первый еще школьный день. Бывают еще игрушки. И эту штуку я сейчас и нарисовала, только с мечом, а тут дракон. В Германии мы учимся до 1 августа, и у нас все эти два месяца, июнь и июль, все это учеба, школа, а у вас в то время каникулы. Угу. Но это не во всей Германии, это конкретно в Баварии. Надеюсь, следующую тему мы хотя бы совпадем, потому что у нас только один. Последнее слово – это космос. А, все уже понятно. Все, показываем. Вот ракета моя. Ракета. У вас обоих ракета? Да. Из 8 вопросов 3 вопроса у вас совпали. Да. 8. А в остальных Алиса все время рисовала себя то лысенькую, то с какими-то чемоданами, то с покупками, а Томми рисовал вообще. Все правильно. Все правильно. Итак, вы получаете маленькие призы. Да, это Пен. У тебя Макс. Показывайте, у меня кого Хлоя. Что? У меня Макс. А у меня Хлоя. Лимон, апельсин и клубника. Итак, мы разыграли для вас челлендж «Одни мысли на двоих». Ставь лайк, подписывайся на мой канал, на мой инстаграм и на канал наших сестер. Всем пока!